והוא מתחיל את הנבואה שלו עם סדרה של נבואות על כל השכנים שלנו. И свои пророчества он начинает с целого ряда пророчеств о наших соседях. Он пророчествует обо всех народах, которые жили вокруг Израиля. То есть перед тем, как он начинает критиковать Иуду и Израиль, он обращается ко всем народам. קודם כל, כל הנביאים הקלאסיים לא התנבאו רק על ישראל חוץ מעובדיה. И еще важно понять, что в основном все пророки классические, они не пророчествовали только Израилю, они пророчествовали также и о других странах. למה? Почему? מפני שאלוהי ישראל הוא אלוהי כל העולם. Потому что Бог Израиля – это Бог всего мира. הוא לא רק אלוהים של היהודים, он של הישראלים. Он не только Бог евреев. הוא אלוהי כל הארץ. Он Бог всего мира. ויש לנו בתור עם ישראל היום בעיה עם זה. И у нас сегодня у евреев есть с этим проблема. אנחנו מאמינים באלוהים אחד. Мы верим в одного Бога. יחיד. Единственного Бога. ומיוחד. И особенного. זה לא מספיק. Но это недостаточно. אם אנחנו מאמינים לאלוהים שלנו, если мы верим нашему Богу, ואלוהים הוא רק אלוהים שלנו של היהודים, и мы говорим, что это только наш Бог, Бог евреев, אנחנו לא מונותאיסטים, то таким образом мы не монотеисты, אנחנו הנותאיסטים, הנו ביוונית יש הנו ויש מונו, מונו זה יחיד, ו Эно за эхад. И есть энотеисты. Это значит, есть разница между монотеисты, это тот, те, которые верят в единственного Бога, а энотеисты, это которые верят в одного Бога. И есть разница между единственный и один. То есть единый. Зло маспик ламин беэлоим эхад. То есть недостаточно верить в одного Бога. Царих ламин беэлоим яхид. Важно верить в единственного Бога. Хоть мимену эн элоим ахарим. Потому что элоли... кроме него нету больше других богов. Потому что все другие боги других народов, все это идолы. Мы знаем, что в Египте до или во времена Моисея был фараон. Ахнатон. И он взял себе имя Ахнатон. זה לא היה השם שלו מלידה, הוא לקח את השם הזה. Это имя он выбрал себе, это не было его имя с рождения. ועשה מהפכה במצרים. И он сделал переворот в Египте. הוא הרס את כל המקדשים של כל האלים של מצרים. Он разрушил все храмы всех богов, которые были в Египте. מאות אלילים היו במצרים. То есть сотни разных башков там были. ובנה מקדש אחד. И построил там один храм. Берах 90 километров Микаир. Это было примерно 90 километров от Каира. Шокорим но. Маком ше укаралом Эль Амарна. И он это место назвал Эль Амарна. Вуемин рак беэлоим эхад. И он верил в одного Бога. Авал ло беэлоим яхид. Но не верил в единственного Бога. Яшевдел отцум. И есть большая разница. ושהאלוהים שלנו הוא אלוהים של כל הארץ. Потому что наш Бог, Он является Богом всего мира, всей земли. וכל אדם, כל אדם. И каждый человек. נברא בצלם ובדמות האלוהים. Был сотворен по его образу и подобию. ולכל אדם אלוהים נותן חיים. И каждому человеку Бог дает жизнь. ונשמה. И дыхание. ורוח. И дух. מי שהיום בעולם החרדי אומר שלגויים אין נשמה. Сегодня в некоторых ортодоксальных сектах, деноминациях есть такое понимание, что у язычников у них нету души. הוא בעצם לא מונותאיסט. И вот когда так человек говорит, то значит он не монотеист. הוא הנותאיסט.
он энотеист. Он мамин в Элохим Эхад. Он верит в одного Бога. В Элохим Шелану. В своего Бога. Киилу Шелану еш баалут аля Кадош Барух. Как будто он главный над Богом. Аз Амос матхил эта נבואה שלו, את הספר שלו, עם נבואות שהן עם שבלונה. יש פורמולה вот Амос שהוא חוזר עליה. Пророчествовать к разным странам вокруг, вокруг Израиля по определенной схеме. כה אמר אדוני על שלושה פשעי דמשק ועל ארבעה לא אשיבנו. פסוק שלוש. В третьем стихе. Так говорит Господь, за три преступления Дамаска и за четыре не пощажу его, потому что они молотили Галаад железными молотилами. Окей. אחרי זה הוא ממשיך, אחרי דמשק, הוא ממשיך בפסוק 6. В шестом стихе он говорит про Газу. אותה פורמולה, за три преступления Газы и за четыре не пощажу ее. То есть мы видим ту же самую формулу. ואנחנו בישראל שמחים, תראו, אלוהים מרביץ לאויבים שלנו. Израильтяне сидят, слушают вот это вот и радуются, говорят, вау, Бог начинает наказывать наших врагов. אבל כמו שחקן שחמט טוב, עמוס מכין את הלוח בשביל בסוף להכות אותנו חזק. Но Амос, он как шахматный игрок, он подготавливает доску и в конце так, чтобы очень сильно потом ударить по самому Израилю. Дамесек, Аза, Цор, то есть Дамас, Газа, Эдом, потом Тир, Эдом, Тейман, про Амон, про Моава, про всех пророков. Кол ашхеним шелану мехалек лаем. Раз. Кен. למה הכוונה על שלושה וארבעה לא אשיבנו? אוקיי, שאלה טובה מאוד. על שלושה וארבעה לא אשיבנו, זה בא מהמושג שבן אדם יכול לטעות פעם אחת, פעם שנייה, ופעם שלישית נגמר, הפעם הרביעית בלטה. Вопрос такой, что значит за три преступления и за четыре не пощажу? Это значит то, что человек может ошибиться один раз, второй, на третий уже приходит, начинает приходить наказание, а на четвертый это уже все, конец. והכוונה, הפורמולה, הנוסחה הזאת קיימת גם בספרות לא ישראלית. Вот эта вот формулировка, она существует также в литературе не еврейской. נותנים לבן אדם צ'אנס, פעם, פעמיים, שלוש, נגמר. פעם הרביעית, Бог предоставляет шанс человеку один, второй, третий, и на четвертом это уже все заканчивается. Вот в конце концов он начинает говорить о Иудее теми же самыми словами. אני רואה את זה כאילו שהוא מכין את הקרקע. הוא מתחיל עם האויבים שלנו, עם השכנים שלנו. И все это происходит, как будто он нас к чему-то готовит. Он начинает с наших врагов. ולאט לאט הוא סוגר עלינו. И потихоньку-потихоньку продвигается к Иудее, к Израилю. מפני שרוב הספר, על העמים האחרים הוא אומר שני פסוקים, שלוש פסוקים כל אחד. Потому что в основном о других народах он говорит 2-3 стиха всего лишь пророчеству. אבל רוב הספר הוא על ישראל. Но большинство его пророчеств על הבעיות שלנו. О Израиле, о наших проблемах. ותסתכלו בפסוק, פרק 2. Итак, вторая глава. פסוק 4. 4 стиха. Так говорит Господь, за три преступления Иуды и за четыре не пощажу его, потому что отвергли закон Господень, и постановление его не сохранили, и идолы их, вслед которых ходили отцы их, совратили их с пути. И пошлю огонь на Иуду, и пожрет чертоги Иерусалима. Лама у коэсал Иуда, ма баяшал Иуда. Почему он сердится на Иудею? Шехем азву эт торат Адонай ве эт ахуким шело. Проблема в том, что они оставили Божью Тору, его заповеди. לא שמעו, они не послушались, לא שמרו, не сохранили и не исполнили, יטעו את העם בשקרים שלהם,
они совратили народ с их пути. הלכו אחרי מה שהאבות שלהם עשו. И стали делать то, что делали их отцы. ושלחתי אש ביהודה ואכלה ארמונות ירושלים. И вот Бог говорит, я пошлю огонь на Иуду и пожрет чертоги Иерусалима. השאלה הראשונה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו לפני שנכעס על עמוס או על הקדוש ברוך הוא, האם זה קרה או לא קרה? И вот первый вопрос, который мы должны задать, действительно ли это все произошло или нет? Иерусалим нерса венистрефа. И мы знаем, что Иерусалим, он действительно был уничтожен и сожжен. Кама памим. Это происходило несколько раз. А? Сколько раз? Памайм. Два раза. 586 лифне аспира. 586 год до нашей эры. ו-70 לספירה. И 70-й год нашей эры. ופעמיים האלה ירושלים נכבשה. Два раза Иерусалим был захвачен. נשרפה. И уничтожен. נהרסה. Разрушен и сожжен огнем. האליטה נלקחה לגלות. И все были уведены в изгнание. Есть лану мазал. В самом деле мы счастливы. Есть лану цилум шельзе. Лос там, эла мамаш тмуна. У нас на сегодняшний день есть фотография. Миша Ивакер в музеон Исраэль в Иерушалай. Того, что было, это можно увидеть в Иерусалимском музее. И рехеле катан ма тмуна азот. Там можно увидеть часть вот этого. מי שיבקר בלונדון, а в Лондоне, במוזיאון הבריטי, в британском музее, הוא יראה את כל התמונה. Он там сможет увидеть полную картину. תמונה שעשויה מנחושת. Эта картина, эта фотография, она сделана из меди. תיאור מלא. И там полное описание. איך בבל לוקחת את как Вавилон захватывает царя иудейского. Кола элита иерушалмит. Также всю элиту, которая находилась в Иерусалиме. Лебавель. И уводит их в Вавилон. Вемелех Иуда нотен это нешек шело лемелех Бавель. Нихна. И царь иудейский, он передает свое оружие царю вавилонскому. То есть он сдается. Ваэлита иудит. И вся еврейская элита. Зохелет аля рецпа мул мелех Бавель. Они просто находятся на полу, поклоняясь царю вавилонскому. А бритим ганву это в Ирак. Ползая перед ним. И там британцы, они забрали это из Ирака. То есть это все было из Ирака привезено. Ам Исраэль, эрец, мединат Исраэль, я ехида баолам, ше эй пам ихзира, эй зе машу археологи лемишу. И страна Израиль, это, по-моему, единственная страна, которая какие-то археологические находки возвращала в другие места. Все, что мы у кого-то взяли, Израиль всегда возвращала. А то, что принадлежит Иордании, мы не взяли. Но, может быть, и нужно. אבל אתם רואים עכשיו איך דאש הורס אתרים היסטוריים מלפני 4,000-5,000 שנה בעיראק. Сегодня можно посмотреть по телевизору, как Даиш они уничтожают просто целые сотнями археологические разные музеи. דברים שאי אפשר יהיה לשחזר אף פעם. То, что невозможно будет никогда больше восстановить. והעולם שותק. И все молчат. אבל הנביא עמוס בעצם אומר לירושלים שהיא תשרף והיא נשרפה. Вот Амос, он пророчествовал о Иерусалиме, что Иерусалим будет сожжен, и он был сожжен. ובירושלים יש לנו עדויות פיזיות על השרפה השנייה משנת 70 לספירה. И в Иерусалиме сегодня также есть свидетельство о том, как он был сожжен в 70-х годах. Эфшар лирот это
הקורות של התקרה של בתים מתקופת בית המקדש, מתקופת השליחים, можно увидеть שקרסו מהאש והם על הרצפה. Стены домов, которые находились в Иерусалиме, которые от пожара просто рухнули вниз. Пехам. Все это как уголь там. Адайом эфшар лирот эдзе. И до сегодняшнего дня это там находится, и можно это увидеть. Им атэ мевакрим бирушалаим, тилху бейра атика ла байт асаруф. Поэтому, если кто-то из вас будет в Иерусалиме, вы можете навестить эти места. Эхад некра байт асаруф. Один из них называется сожженный дом. Ва ашани некра... Музеон Вал. А другой называется Музеон Вал. Бейра Атика, Барова Иуди. Кидай лалехет. Находится в иудейском квартале. Шема Шанави Амар Кара. Поэтому можем здесь увидеть, сегодня мы видим, что то, что говорил пророк, оно случилось.